А, это самоделка у вас? Ну, самоделка должна регистрироваться в органах гостехнадзора, если, я говорю, уже более 50 кубиков двигатель объема, в принципе, это все должно быть зарегистрировано. Увы, но рукотворный агрегат одного из соликамских рыбаков инспекторы явно не оценили. Да и документов у него не оказалось. А вот и владелец уже заводского снегохода «Тайга». У мужчины также отсутствует удостоверение на управление техникой. А значит, и порыбачить сегодня он не сможет. От комментариев мужчина воздерживается. Вы хотите разговаривать? Из 10 проверенных водителей только у одного оказались все необходимые документы. А это свидетельство о регистрации, удостоверение на право управления данной техникой категории А1, а также техосмотр. Кстати, инспектор настоятельно рекомендует иметь при себе аптечку и огнетушитель. Ну, допустим, что-то случится, как жгут наложить или еще что-нибудь, или товарищу помочь, чем? Тем более на речке. А где тушитель тогда? Ну, такая техника горит очень часто. И приходится, допустим, тушить. Либо у соседа горит, либо у себя горит. Иной раз вот этот огнетушитель и спасает, чтобы вообще не остался только каркас. И страшно, что вроде как бы и не прошел этот технический осмотр, и паспорта вот нет. Вот все это. Да нет, там на речке-то нету никого ведь. Не страшно. То есть самодельной конструкции нет, считайте нормально, да, кататься? Угу. Пойдет, нормально. Да? А что должна значит, там быть аптечка и огнетушитель, это вы считаете, как какие нормы? Так на воде же рыбачь, вода рядом. Проверка снегоходной техники вовсе не прихоть инспекторов гостехнадзора. Это требование закона. Но вот почему-то не все с пониманием относятся к таким проверкам. Один владелец на неопознанном трехколесном агрегате и вовсе промчался мимо. В операции «Снегоход» участвуют инспекторы гостехнадзора не только из Соликамска, но и из других городов Пермского края. Все это делается с целью охватить как можно больше снегоходной техники. Вот у нас в Березняках, в принципе, нормально реагируют, приходят в установленное время, регистрируют. Постановление правительства 938 гласит о том, что в течение 10 суток он обязан зарегистрировать. Если он опоздал, то ему штраф по статье 19.22 от 1,5 до 2 тысяч. К сожалению, установленные владельцы снегоходов так и остались без улова. Более того, кто-то был наказан рублем. Штрафные санкции, предусмотренные административным кодексом, вы видите на своих экранах. Скорее всего, в следующий раз любители прокатиться с ветерком задумаются, прежде чем сесть за руль. В ходе сегодняшнего рейда было остановлено несколько владельцев снегоходов. У одних не было удостоверения, у других отсутствовало свидетельство о регистрации и техническом осмотре. А один и вовсе проигнорировал требования инспекторов. Такие рейды будут проходить и дальше в Соликамске и Соликамском районе вплоть до 31 марта. Елена Давыдова, Алексей Запутряев, телекомпания «Соль ТВ».